В Саратове очередной раз работала народная приемная. Ежегодную акцию для читателей провели сотрудники регионального издания «Аргументы и факты» совместно с представителями Пенсионного фонда. Тему продолжит наш корреспондент. Народное приемное издание «Аргументы и факты» открывается далеко не первый раз. В течение нескольких часов читатели газеты могут задать интересующие вопросы редактору и специалисту Пенсионного фонда. Алевтина Ташева пришла с целым списком проблем. Говорит, накипело, интересуется вопросами коммунальной сферы и пенсионного законодательства. Я сейчас, как говорится, и инвалид, и ветеран. Обещали нам вроде как вот... Ну, как-то прибавка к пенсии от того, что мы пошли по вредности на пенсию. Ну, вот сколько лет обещали. В 2012 году в декабре вроде разговор какой-то уже начался. Думали, ну, дадут. Ну, так и до сих пор ничего нет. Такие народные приемные открывают ежегодно, говорят сотрудники «Аргументов и фактов». Чередуют проблемные вопросы и приглашают разных специалистов. Тема сегодняшнего приема – вопросы пенсионного законодательства. Читатели признаются в издании, они интересуют не меньше, чем коммунальные проблемы. Вопросы, касающиеся материнского сертификата, и вопросы, касаемые реформы вот недавней новой пенсионной, ну и вопросы начисления пенсии, где-то у кого-то какие-то надбавки, пособия, пересмотры. О проведении дня открытого приема сообщают заранее. В очередном номере газеты обозначают время и место работы народной приемной. В следующий раз не за горами, говорят сотрудники «Аргументов и фактов». Читателям скоро снова предоставят возможность пообщаться на проблемные темы. И напоминаем вам, что для читателей АИФ продолжается подписка на второе полугодие по 26 июня включительно. Александр Филин, Елена Губенкова, Сергей Зацарный, РЕН-ТВ, Саратов.